При рождении первый рецепт на... Наш спутник называется Кэнди-Сумо-34. Актуальность. При рождении первый рецептор на языке – это тот, который распознает сладкий вкус на кончике языка. Поэтому все дети мира обожают сладкое, в особенности конфеты. Проблема. Многие родители прячут конфеты от их детей, чтобы не давать детям сладкое. Из-за этого у детей появляется детский стресс и психика. Цель – разработать макет спутника, который распознает спрятанные конфеты в радиусе дома ребенка. Первая задача. Изучить литературу по заданной теме. Вторая задача. Разработать дизайн спутника. Третья задача. Нарисовать паспорт спутника. Четвертая задача. Изготовить макет спутника. Пятая задача. Представить спутник аудитории. Шестая задача. Выиграть и отпраздновать.